Здравствуйте, друзья! В эфире «Вести Зеленого берега» и я, бабушка-блогер Наталья Потаева. Сегодня в рубрике «Сам себе продвигатор» я поделюсь с вами новой очень хорошей функцией бесплатного продвижения на сайте «Одноклассники» в творческой студии и покажу вам и расскажу, как установить активную ссылку для привлечения все большего и большего количества ваших друзей, посетителей сайта «Одноклассники». Итак, смотрим! Если вы иногда выходите в прямой эфир и, наверное, замечали, что на некоторых видео стоят активные ссылки «Подписаться». Вот мы сейчас посмотрим, как это делается. Итак, заходим, давайте вот нажимаем здесь на значок видеокамеры, видео. Дальше мое видео вот здесь слева, мое видео, заходим. И здесь вот прямая трансляция моя последняя, которая называется «Тюмень Третий Заречный». Давайте нажимаем вот здесь «Редактировать». Так, смотрите, что мы видим. Здесь есть основные настройки и есть творческая студия. В основных настройках название «Тюмень Третий Заречный» оставляем. Описание пишем. Ну, давайте мы его возьмем, где-то скопируем из какого-то другого ролика. Давайте мы сейчас закроем. Я посмотрю, у меня где-то была превьюшка. Так, вот этот текст скопируем. Так. Так, копируем. Правой кнопочкой мыши копировать. Закрываем. Заходим обратно на сайт. И вот здесь вставляем описание. Ну, допустим, я к примеру говорю, чтобы сейчас нам времени пока не тратить с вами. Вставляем. Дальше ключевые слова подбираем. Так, ключевые слова должны характеризовать то, о чем наш ролик, чтобы зрители могли найти его. Так, пишем «Тюмень». Так, ставим запятую. Через запятую все у нас будут. Дальше Наталья Потаева. Это я, брендирующий тег, да, ключевое слово. Дальше «Вести Зеленого берега» напишем. «Вести Зеленого берега». Так, пока хватит. Дальше. Кто увидит это видео? Все пользователи. Если вы хотите ограничить круг зрителей, то можете поставить только мои друзья. Но я не скрываюсь, мне нечего скрывать, поэтому пусть все пользователи. Здесь предлагается, на каком канале будут смотреть. У меня есть свой канал. На Одноклассниках называется «Вести Зеленого берега». Я отмечаю канал «Вести Зеленого берега». Геоправила можно включить. Так, страна. А, нет, не надо включать. Это там ограничения будут по этим самым, где ролику можно транслироваться. Оставляем так все. Дальше здесь нажимаем. Пока ничего не нажимаем, потому что заходим мы в творческую студию. И вот теперь начинается самое интересное. Смотрите, что здесь можно творить. А творить здесь можно ой чего много. Можно добавить ссылку на профиль, группу, видео, видеоканал или товар. Можно добавить текст. То есть, допустим, в течение вашего ролика можно добавить какой-то текст. Подписывайтесь на, не забудьте подписаться на канал «Вести Зеленого берега». Либо там скоро состоится мой концерт, передача «Голос 60+». Не забудьте подписаться. Либо можно организовать викторину. Узнайте, кто из ваших зрителей самый эрудированный. Вот. В каком году был основан город Тюмень. Ну, в общем, возможностей много. А мы давайте с вами все-таки начнем с того, что добавим ссылочку на какой-либо... добавим ссылку на то, чтобы подписаться. Так, для того, чтобы ее добавить, нам надо сначала с вами зайти на... допустим, я хочу взять ссылку на мою группу. И давайте мы сделаем это таким образом. Группы. Так, группы. Вот они, группы. А моя группа называется «Вести Зеленого берега». Сейчас мы ее найдем. Возьмем на нее ссылку. Так, где она здесь? Где она здесь? Группа. Вот здесь видите, что я нажимаю. Здесь все мои группы, на которые я подписана. Кстати, очень полезная функция для продвижения вашего. Вот она.
Здесь такая девушка стоит на берегу зеленого берега. И вот она, эта группа «Зеленый берег». Мы сейчас возьмем на нее ссылку. Так, «Вести зеленого берега». Вот она группа. Так, мы зашли на страничку. Видите, у меня какой тут самолет с хохломой. Здесь можно, кстати, пригласить друзей оптом. Но нам пока нужна просто-напросто ссылка на нее. А ссылка находится вот здесь в браузере. Мы ее сейчас скопируем, активировали. Видите, она стала такая синенькая. Правой кнопочкой мыши нажимаем. Нажимаем копировать, скопировали. Возвращаемся на ту страничку, где мы в творческой студии. И вставляем сюда эту ссылку. Правой кнопкой мыши вставить. Вот она возникла. Видите, уже ссылка у нас будет активная. Добавить нажимаем. Вот смотрите, она в ролике уже возникла. Теперь здесь поднимемся, вот она. Давайте на нее нажмем. Сейчас вот на эту синенькую полосочку. Вот она стала. Теперь по времени, как она будет, до какого времени от начала ролика появляться. Ну, как правило, секунд 20 это надо сделать, я думаю, не больше, чтобы не загромождало это, когда будут просматривать в мобильных устройствах. Ну, вот здесь пока я тут открываю свое вступительное слово, оставим ее так. Вот, смотрите. Дальше. Обязательно оставляйте, чтобы люди не только в группу вступали. Эта ссылка будет вести на вступление в группу. Люди, когда ее нажимают, ну, я-то, видите, написано, вы уже в группе, потому что это моя группа, я в ней уже состою. А новый посетитель, он будет видеть вот просто ссылочку, он на нее нажмет, посетит страничку, посмотрит, если она ему понравится, он подпишется и вступит. Ну, хотя здесь автоматически дает уже ссылка, что он будет участником. Дальше. Давайте мы нажмем вот на то, чтобы видео воспроизводилось. Вот она, видите, эта ссылочка активная уже, и она здесь действует. Кстати, в мобильном приложении вот здесь есть такая стрелочка, на которую можно нажать, и эта ссылка не будет загромождать экран, и она пропадет. Так, дальше, смотрите, вот в какой-то момент времени, так, сейчас здесь сделаем мы потише сделаем звук из самого видео. И давайте вот где-то вот здесь на серединке остановимся, остановим ролик и добавим сюда текст. Нажимаем в правом столбце текст и вводим текст. Так, значит, давайте мы напишем. Не забудьте подписаться. Не? Так, ага. Вот это мы уберем все. Клавишей delete. Delete. Убрали. И пишем не за. Будьте подписаться. Ну, это, к примеру, здесь это только текст. Еще, вот видите, когда это все успешно делает. Так, можно цвет выбрать. Вот красненьким можно сделать. Готово. Так, не забудьте подписаться. Вот теперь спускаемся сюда, на рабочий стол. Вот он текст. Видите, буква Т. Мы на него, если нажмем, то можем перенести, во-первых, его в любое место можем. Ну, оставим давайте здесь, и пусть он останется вот в течение такого времени, этих секунд, да? Сколько здесь предложил нам автоматически этот самый сайт «Одноклассники». Так, дальше. Заходим на шкале времени в самый конец. Вот здесь вот, допустим, да? Так, заходим. Давайте вот самый конец. Я сейчас пока не буду оптимизировать до конца этот ролик. Я просто покажу вам. Так, или давайте где-то вот здесь вот посерединке сначала посмотрим, что можно с викториной. Вот добавим викторину. Так. Викторина доступна только во время прямой трансляции. Так, ладно, понято. Видите, тут еще функционал такой. Надо обращать внимание, где и что. Узнайте мнение своих зрителей. Давайте попробуем эту функцию вставить. Ага, ваш вопрос. Ну вот здесь я веду речь про Powerbank в видео. Давайте мы и зададим вопрос. Пользуетесь ли вы Powerbank? Пользуетесь ли? Ага. То-либо кое-нибудь. Пишется чересчур. Пользуетесь ли вы Power
банком. Вопрос, да? Вариант первый. Да. Вариант второй. Нет. И вариант третий напишем. Не знаю, что это такое. Не знаю, что это. Готово. Вот смотрите. Теперь у вас будет эта викторинка. И человек, когда нажмет вот эту кнопочку «Голосовать». Ну, давайте нажмем. Вот. Он может проголосовать либо «Да», либо «Нет», либо «Не знаю, что это такое». Закроем. Так, теперь давайте вернемся. Так, 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 так. Вот сюда в конец, да? Ближе к концу, где-то секунд за 20. Давайте поставим все-таки ссылку на то, чтобы люди подписались на... Ну, вот сейчас, поскольку мы здесь на моем находимся канале, ссылку поставим на то, чтобы они подписались на канал. А канал мы найдем... так, 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 сейчас, секундочку. Ага, мы вернемся, давайте, все-таки на мою страничку Натальи Потаевой. Дальше зайдем в мои видео. Вот видео. Вот здесь мое видео. Так, и вот каналы. Вот смотрите, «Вести зеленого берега». Так, вот он канал. И мы можем здесь взять прямо здесь ссылку. Правой копировать адрес ссылки. Правой кнопкой мыши нажали, нажали «Копировать». И теперь мы возвращаемся сюда и вставляем эту ссылку сюда. Посмотрим, что будет. Вставляем. Вот, пожалуйста, «Вести зеленого берега». И здесь самое популярное видео сразу. Вот все это, этот функционал очень... Вот видите, эта ссылка уже возникла. Подписаться. Но и поскольку я, видимо, не подписана сама еще на этот канал, я могу нажать. Посмотрите, я нажму, когда будет ролик продемонстрироваться. И автоматически возникнет подписка. Давайте мы теперь спустимся вот на рабочий стол вот сюда. Нажмем на эту активную ссылочку. Вот она у нас. И продлим ее. Зажмем левой кнопкой мыши вот эту вот левую колоночку, да, оранжевую. И продлим, 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 продлим ее до конца ролика. Чтобы человек успел осознать, и что это такое за подписка, и успел подписаться. Вот теперь, когда мы сделали все эти манипуляции, и в основных настройках, и в творческой студии, оптимизировали, да, мы нажимаем кнопочку «Сохранить». Вот эту. Нажали. Все, сохранилось. Теперь давайте зайдем в мои трансляции и посмотрим, что у нас с этим видео получилось. Нажимаем. Вот смотрите, сразу возникла ссылка на группу «Вести зеленого берега». Можно подписаться. Дальше. По ходу дела мы будем, когда смотреть с вами, будут возникать напоминалки, викторины и все то, что вы посчитаете нужным. Итак, друзья мои, рекомендую вам новую функцию. Она очень полезна для привлечения аудитории, для того, кто ведет активный образ жизни на Одноклассниках и пытается каким-то образом зарабатывать на этом сайте. Эта функция очень полезна для привлечения аудитории. Подписывайтесь на канал «Вести с зеленого берега». Бабушка плохому не научит. До новых встреч. Пусть у каждого будет свой зеленый берег.